В Ульяновске назвали имена самых красивых девочек и девушек. Участниками самого красивого мероприятия уходящего года стали порядка 50 ульяновских див в возрасте от 5 до 25 лет, которые отважно боролись за победу в таких номинациях, как «Маленькая мисс», «Мини-мисс», «Юная мисс», «Юниор мисс» и «Мисс Ульяновск». Готовились к мероприятию они более месяца. За это время конкурсантки принимали участие в фотосессиях, примерках коллекций платьев, дефиле, проходках, а также участницы боролись в социальных сетях за номинацию «Мисс Интернет». Ярким событием, отмечают организаторы, было дефиле «Карнавал», наряды для которого участницам изготавливали их мамы, благодаря чему каждый костюм был индивидуален. В номинации «Маленькая мисс» победила Васильева Настя, «Мини-мисс» – Настя Осипова, «Юная мисс» – Сипатова Арина, «Юниор мисс Ульяновск» – Тулба Анна, а корона победительницы «Мисс Ульяновск-2018» досталась Сидоровой Алене.